Почему Овен лучший знак зодиака? Есть 10 причин, которые мы перечислим в этом видео. Овен – яркий, энергичный и солнечный знак зодиака, который заслуживает любви и уважения. Он объединяет в себе отвагу, страсть и силу, которые проявляются в его полном энергии и желании поделиться ею с окружающими. Кроме того, Овен обладает множеством других удивительных качеств, и вот 10 главных причин, по которым он заслуживает статуса одного из лучших знаков зодиака. Перед тем, как продолжить, не забудь подписаться на наш YouTube и Telegram-канал. Приятного просмотра. Первая причина – Овен – прирожденный лидер. Овен – первый знак зодиакального круга, и люди, рожденные под его знаком, обычно проявляют высокую самостоятельность и абсолютную уверенность в себе. Они не боятся рисковать и принимать важные решения. Эти качества позволяют Овну занимать высокие руководящие должности и добиваться признания и успеха в жизни. Вторая причина – Овен бесстрашен. Овен проявляет ревность и отвагу в защите всего, что для него имеет значение, это может быть как он сам, его близкие, так и его достижения. Он является настоящим бойцом в жизни и готов защищать свои идеалы до конца. Подпишись на наш Telegram-канал, у нас гороскоп для всех знаков зодиака каждый день. Ссылка в описании видео. Третья причина – Овен максимально открыт и честен. Овен – прямолинейный человек, который не будет уклоняться от прямых вопросов и выскажет свое мнение открыто и честно. Как типичный максималист, Овен не делает различий между оттенками серого, для него существуют только четкие границы между хорошим и плохим. Четвертая причина – Овен предан в дружбе и любви. Овен придерживается принципа «все или ничего» в отношениях с друзьями и в любви. Он является надежным товарищем, который не подведет в трудные моменты и не бросит своих близких. Он оказывает не только словесную поддержку, но и реальную помощь в деле. Овен является человеком, которому можно доверять личные секреты, он не будет их разглашать или использовать для личной выгоды. В любви Овен готов отдаться полностью – и рассчитывает на такую же сильную любовь в ответ, порой проявляя признаки ревности к своему избраннику. Пятая причина – у него огромные амбиции. Овен является настойчивым и целеустремленным человеком, который не боится трудностей и не идет на компромиссы с конкурентами, предпочитая честную борьбу. Он видит только возможности и не признает преград, стремясь быть первым во всем, что делает, и в большинстве случаев достигает этого. Его энтузиазм заразителен, и неизбежно появляется желание последовать его примеру. Шестая причина – Овен – неисправимый оптимист. Люди, рожденные под знаком Овна, отличаются позитивным мышлением в любых жизненных ситуациях. Они легко адаптируются к окружающей среде и обществу, чувствуя себя комфортно в любой обстановке. Чтобы подвести Овна и заставить его переживать, нужно произойти что-то действительно серьезное. Все неприятности прошлого он предпочитает оставить позади, не увлекаясь негативными эмоциями и не тратя время на размышления. Он смело идет вперед, увидев свою цель и сосредоточившись только на победе. Седьмая причина – Овен любит приключения. С Овном никогда не бывает скучно, он сам не любит рутины и является источником новых дел, идей и приключений для своих близких и друзей. Он обожает наполнять жизнь весельем и радостью, и не даст возможности заскучать своим близким. У Овна столько интересных планов, что на их осуществление, как кажется, не хватит одной жизни. Но благодаря его высокому темпу жизни и энергичности, Овен способен достигать даже невозможного. Восьмая причина – Овен умеет поддержать и вдохновить. Овен всегда готов поддержать в трудных ситуациях, ободрить, выслушать и дать совет. Благодаря своему умению сохранять оптимистичный настрой, Овен уже своим присутствием может положительно влиять на людей, давая им надежду на благополучный исход, даже если ситуация кажется безнадежной. Девятая причина – Овен щедрый и великодушный. Невероятно, но Овен щедр без какой-либо корысти и не приветствует поговорку «ты, мне, я, тебе». Он, несомненно, потратит все свои сбережения, чтобы сделать дорогому человеку самый лучший подарок на Новый год или одолжит все, что имеет, другу, попавшему в беду, не задумываясь ни минуты. Для Овна это так же естественно, как дышать. Десятая причина – Овен азартен и любит соревнования.
Активный Овен наслаждается соревнованиями и конкуренцией в различных аспектах жизни, карьере и спорте, будь то мелочи или важные моменты. Время соревнования заряжает Овна энергией и стимулирует достижение поставленных целей. С уверенностью и гордостью Овен несет звание первого и самого лучшего знака зодиака. Он уверен, что его ждет что-то удивительное и необычное впереди, и никогда не ошибается в своих предсказаниях. Он рад принять всех в свой яркий и насыщенный мир, кто поддерживает его идеи и признает его первенство, но он не согласен на меньшее. Если тебе понравилось видео, лучшей поддержкой будет твоя подписка. Спасибо за просмотр!